Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Сегодня 10 января, простите, забыла, 10 января 2020 года и пятница, что не может не радовать, и хочу с вами поделиться моими осознаниями за сегодняшний день. У меня они тут записаны, я буду подсматривать в тетрадку. Итак, что мне удалось за сегодняшний день, что для меня сегодня было важно и таким вот хорошими осознаниями. Первое, я вчера начала практиковать принятие разных ситуаций со смирением, когда ты там чего-то напланировал, что-то захотел, но все пошло не так, как ты себе запланировал. Вот и вчера я практиковала эту ситуацию, ну вот это вот принятие ситуации со смирением. И была очень удивлена, безумно удивлена, когда все вроде как шло не так, как я себе запланировала, но в итоге сложилось именно таким образом, как мне хотелось. У меня была рабочая встреча запланирована на вечернее время, а я очень ее не хотела, потому что была не выспана и очень хотела лечь спать пораньше. И в итоге эта встреча отменилась и не состоялась. Вот, но для меня это было очень ярким таким примером, потому что вот я сначала утром, когда ее назначили, понервничала немножко, буквально там минуты две, потом вспомнила про смирение, поменяла свое отношение к этой ситуации, и в итоге все сложилось ровно так, как мне было надо. Поэтому, когда ты принимаешь ситуации со смирением в душе, со смирением в своем сердце, все в итоге складывается именно так, как должно было сложиться. Второе осознание за сегодняшний день — это очень важно то окружение и то общение, те люди, с которыми ты общаешься. Это безумно важно для тебя, как для человека. И поменять это окружение мы в состоянии, то есть это в наших руках подобрать себе то окружение, которое нам в текущий момент необходимо. Для меня примером было сегодня было общение с человеком, который мне очень дорог. У нас было буквально 5 минут на поговорить, и было это очень мало. Я поняла, что мне очень не хватает таких людей в моем окружении, и подумала, подожди, так а почему бы и нет? Ты спокойно можешь таких людей в свое окружение привлечь и с ними общаться. Поэтому еще раз, общение и окружение очень важно, и в наших силах менять свое окружение, привлекать тех людей, которые... ну, с которыми нам интересно общаться, с которыми у нас есть общие интересы, в кругу которых мы будем там делиться, развиваться, расширять свои знания. И третье для сегодня, для себя, что я осознала, я понимаю, что у меня есть вопросы с поддержанием баланса. Всегда и во всем нужен баланс. Это не есть открытием века, об этом все говорят, это может звучать банально, но это так. Для меня, я себе еще раз лично себе напоминаю еще раз, во всем должен быть баланс, не должно быть перекосов ни в одну, ни в другую сторону. Я такой человек, у которого часто есть либо черное, либо белое, и нету ничего черно-белого, такого среднего цветного. И вот этому я себя учу. Таким был мой день, такие откровения он мне принес. Надеюсь, что вы для себя осознали много, намного больше, намного более важные и ценные вещи. С вами была Маша и полная практика прощения с Green Mind Love и Ярослав Мудр-Воронцов.